Всем здравствуйте, вы на канале Дом Бобра. Сегодня о моем честном мнении после использования продуктов сайта iHerb. Вперед! Гель для душа от моей любимой марки St. Ives. Перламутрового цвета, имеет молочный запах кокоса. Чудесный просто. Пенится прекрасно, кожу не сушит, у меня нет к нему вопросов. Большой объем, шикарный расход. Просто супер. Кондиционеры шампуня Dove, которые идеально мне подошли. У меня кудрявые волосы, и эти средства великолепно подчеркивают их структуру. Волосы очень хорошо очищаются, напитанные, кудри мои упругие. Что мне еще нужно для счастья? Но на самом деле заслуживают внимания эти два красавца. Еще два любимчика у меня появились случайно. В желании попробовать что-то новое я открыла два потрясающих тонера для лица. Я о них уже говорила. Один с гликолевой кислотой, второй с витамином С. Очень простые, но стильные упаковки, шикарные составы. Работающее средство гликолевой кислотой хорошо выравнивает тон кожи, витамин С хорошо очищает, освежает. Ну и надо же кого-то поругать. На удивление, этот шампунь от корейского бренда Innisfree абсолютно плоский, запах рисковат, цвет у него прозрачный, мне сушит кожу головы, волосы после него абсолютно не увлажненные, вместе с тем ощущение имею недомытых волос. В общем, так, ну никак. Обидно, потому что марка очень крутая и мне очень нравится. Средство для купания малышей от Live Clean с успокаивающим комплексом перед сном, имеет идеальный состав, что важно, без вредных ингредиентов. Пользовалась я, потому что у меня ребенок еще очень маленький, а средство можно применять с 3 лет. Нежная текстура у него, хорошо наносится, пенится, но меня немного смущал аромат. Какой-то он химический, и это его единственный минус. Корейский бренд Tasavong, одно из лучших средств для умывания, которые у меня когда-либо были. Этот в виде пудры кожу не сушит, мягко в очищении и за энзимом работает как легкий скраб. Я высыпаю на мокрые ладони, вспениваю и наношу на лицо. Он очень классно очищает и поры просто в идеальном состоянии. Декоративную косметику он не удалит, поэтому перед этим обязательно удаляйте макияж. От Arm & Hammer очень хороший дезодорант, как для мужчин, так и для женщин. Имеет свежий аромат, такой растительный. Без алюминия, парабенов, содержит пищевую соду и натуральные растительные экстракты для борьбы с неприятным запахом под мышками. Минусы. Запах этот держится у меня недолго. Пот также сдерживает максимум до 4 часов. Очень понравилась нежная сыворотка с легким ароматом розы от Джованни. Легко ложится на кожу, не липкая, не жирная. Я использую по утрам под увлажняющий крем. Ну, в принципе, результатами очень довольна. Кожа хорошо увлажнена, отличная сыворотка. О, и вкусная вещица от Dove. Это эксфолиант для тела с ароматом ореха макадамия и рисовым молоком. Очень понравился этот скраб. Он имеет вкусный, нежный запах масла макадамии. В составе также рисовые отруби. Отшелушивающие частички здесь очень мягкие, классно работают. Кожа после использования чистая, без пленки, на коже долго сохраняется запах. Ополаскиватель для рта без спирта «Нежная мята» от бренда iHerb Milk by Naturals освежает очень неплохо, не щипит, не горький. Мята действительно нежная, отличный качественный продукт, я рекомендую. От Mrs. Meyers Clean Day чудеснейшее мыло для рук с волшебным ароматом жимолости. Запах действительно натуральный, очень долго держится на коже, не сушит, имеет шикарный натуральный состав без вредных добавок. Я буду покупать еще обязательно. А вот средство для мытья посуды этого же бренда вообще ужасное из-за очень активного запаха. Он остается на посуде, поверхностях, это просто мне было неприятно. Запах лимона и вербены очень насыщен и мне лично как-то воняет. Моет хорошо, натуральный состав, но очень агрессивно он фонит, я убрала для мытья унитаза. А вот кондиционер для белья с ароматом базилика отлично звучит и хорошо справляется. Нужно совсем чуть-чуть средства, очень насыщен, запах свежий и сохраняется на белье надолго. Прекрасный состав без вредных ингредиентов. От Etitude средства для мытья детских бутылочек и посуды
пользуюсь только этим средством для мытья всей посуды в доме. Та, что не моется, конечно же, в посудомойке. Здесь безопасный состав, средство очень мягкое, без агрессивной химии. Все прекрасно отмывает и экономично расходуется. Отлично. Открытие года, за которым следует погоняться, потому что уже его нет на сайте, очень долго. От Advanced Clinicals это пептидный серум против морщин. В составе имеет 6 очень крутых работающих пептидов. Кожа прекрасно впитывает эту сыворотку, разравнивает морщины, выравнивает тон кожи и увлажняет. Эффект от этого средства виден сразу. Имеет очень такую гелевую консистенцию, прозрачный цвет. Лучшее средство мое за последнее время. Очень крутое. От La Tourange французское базиликовое масло на основе подсолнечного. Просто бомба. Прекрасно в салатах. Люблю с моцареллой, брускеттами, курицей. Добавляла, кстати, в спагетти. Тоже прекрасно. На сайте целая панель такого разного рода масел. Попробуйте обязательно. Компания Traditional Medicinals. Органический фирменный чай с фенхелем и пажитником. Без кофеина. Здесь 16 чайных пакетиков. Но не увидела я выраженного эффекта увеличения выработки грудного молока, как заявлено. Но вместе с тем чай очень приятный. Имеет такой растительный вкус. Немного мятный. Очень хороший. Отличный гель для области глаз от InstaNatural. С витамином С, пептидным комплексом, стволовыми клетками растений и комплексом аминокислот. Подошел мне просто на ура. Имеет такой легкий эффект холодка, который лифтингует кожу под глазами, прекрасно освежает и увлажняет. Удивили, просто удивили. И то, что от меня уехало, покажу картинками от компании этой же InstaNatural. Формирующий увлажняющий крем с DMAE, который может сокращать площадь и глубину морщин, предотвращает износ клеток. Брала маме, она в восторге от состава крема и эффекта разглаживания кожи, которая видит с утра. Вбивает она этот крем в кожу похлопывающими движениями, он такой жирненький, кожу не стягивает, имеет приятный легкий запах и слегка такой бежевый цвет. И еще одно средство от Кококеа The Yellow One, брала папе крем с маслом какао. Это уход за сухой кожей. Он имеет сверхсухую кожу, склонную к атопическому дерматиту. И здесь натуральная какао-масса специально для ухода за сухой округлившей кожей. Наносил он на руки и ноги. Это его самые такие болезненные места. Очень доволен питанием кожи. Эффект увлажненности остается часа на 4. Потом нужно крем обновлять. Итак, это был весь обзор средств сайта iHerb после использования. Надеюсь, что сориентировала вас перед покупками. Жду вас на канале. Буду рада новым подписчикам. Берегите себя, не болейте. До свидания.